Так, мини-трактор Инмар YM2210. Вот. Мини-трактор без переднего привода, он заднеприводный. Оснащен двухцилиндровым дизельным агрегатом. Трактор обслужен, заменен фильтр воздушный, топливный, масляный. Все узлы и агрегаты работают, все проверено, сейчас все посмотрим. Навешена фреза шириной спашки 1,40 м, фреза в хорошем еще состоянии. Фрезы, ножи фрезы еще изношены не полностью, поэтому еще имеет свой ресурс. Резина в хорошем состоянии. Заглянем под капот. Двигатель чистенький, без всяких подтеков. Наработка у него 224 моточаса. Здесь у нас располагается рычаг коробки передач. Здесь у нас рычаг вала отбора мощности. Этот рычаг отвечает за пониженные, повышенные передачи. Здесь у нас, как обычно, подъем опускания фрезы. Собственно, вот так попробуем запустить. Послушаем. А, газу надо прибавить. Работает ровно.